Здравствуйте, уважаемые зрители. Здравствуйте, Владыка. Добрый день. 18 июля – день памяти преподобного Сергия Радонежского. Воспоминания о бретении его честных мощей. Владыка, почему преподобного Сергия Радонежского называют игуменом земли русской, а основанную им Троицу Сергиеву Лавру – сердцем России? Действительно, преподобный Сергий – это совершенно удивительное явление в истории России и Русской Церкви. В нем как бы сфокусировалось все достоинства монашеской, отшельнической жизни. Будучи обычным сначала послушником, он ушел, как и уходили большая часть монахов-пустынников, в непроходимые леса, дебри, для того, чтобы там наедине с Богом спасать свою душу. Он ушел в дремучий лес на горе Маковец, там, где сейчас Троица Сергиева Лавра, там не было ничего. Расчистил небольшой участок леса, срубил себе крохотную келейку, а потом поставил небольшую церковь в честь живоначальной Троицы. Сначала он жил там с братом Стефаном, потом Стефан не выдержал тяжелой жизни в этой пустыне. В России пустынями называли густые леса. Немножко не то, что в Палестине и на Среднем Востоке, и на Востоке. И преподобный продолжал жить один какое-то время. Потом к нему постепенно начали приходить братья, собралось братство. Оно было небольшим. При его жизни не превышало 12 человек. Они расчистили еще часть вот этой горы, ее вершины. Поставили несколько келий, разбили огороды. Все, в общем-то, очень похоже. Десятки и сотни таких вот пустынников жило по всем нашим вот пустыням нашего севера. Это и Архангельские, и Каргопольские, и Вологодские, и Ярославские леса, Костромские. Недаром вот этот русский север даже называют Северной Фиваидой. Фиваида – это местность в Египте, где недалеко от Фив, где начиналось общежительное монашество, и вот вся аскетическая литература написана вот именно там, об этих местах, этих людях, которые там жили. Вот Северная Фиваида, и у нас называют вот наши северные места. И там жило очень много подвижников, и примерно у всех вот их жизнь была, вот строилась вот по такому одному образцу. Но преподобный Сергий как-то вот получилось так, что он оказался, наверное, не просто символом русского монашества, ангелом-хранителем всей русской земли. Он очень быстро стал известен в самых различных кругах тогдашнего общества. И вот в эту пустыню к нему начали идти люди. Как и всегда это бывает. Монахи уходят от мира, и если при этом они реализует себя и становится действительно подвижниками, мир идет за ними. Так был заселен весь наш русский север вокруг этих вот монастырей, собирались посады, потом города. Вот, и таким образом вот, монастыри, которые были когда-то пустынными, становились такими вот форпостами и центрами цивилизации. К преподобному шли все, и крестьяне из окрестных сел, и бояре, и, наконец, великие князья. Он стал известен своей, во-первых, очень глубокой и подлинной монашеской жизнью, своей рассудительностью и готовностью выслушать каждого приходящего к нему, дать ему полезное наставление. Но и самое главное – просто показать, ведь христианству не столько нужно учиться на словах, сколько видеть его. Да? Вот он сумел в своем небольшом монастыре общежительном создать такой образ евангельской жизни, когда люди действительно
братья друг другу и действительно живут согласно евангельским заповедям. Это вот наглядное свидетельство того, что Евангелие исполнимо и жизнь во Христе по-настоящему возможна, это всегда производит совершенно ошеломляющее впечатление на всех людей. И раньше производило, и сейчас производит, и будет производить дальше. И вот к преподобному, как я уже сказал, шло множество народа. Он был таким очень близок к князю Дмитрию Донскому. Мы знаем известный эпизод о том, что он благословил его на Куликовскую битву, благословил двух монахов из своего монастыря, бывших воинов Пересвета и Ослябе. Вот. И так вот постепенно, уже даже и после кончины преподобного Сергия, при жизни он обладал непререкаемым авторитетом. И известны многие случаи, когда он вмешивался в какие-то даже мирские дела, пытаясь примирить между собой князей, враждовавших, как правило, между собой, остановить братоубийственные какие-то кровопролития. Вот. Князь Дмитрий очень хотел, чтобы после кончины митрополита московского Алексия преподобный Сергий стал бы московским митрополитом, вызывал его к себе, приглашал, уговаривал. Тот категорически отказался и сказал ему такие замечательные слова, как: «Я от юности не был златоносцем, не стану им и старости». Вот. И пригрозил князю, что если он будет настаивать, то он уйдет еще дальше куда-то в леса, и больше он его не увидит. Тогда князь отступился от этого. Вот. Но так получилось, что образ преподобного Сергия как-то оказался необыкновенно близок всему русскому народу. Всегда. После смерти сразу началось его почитание. Он вскоре был причислен к лику святых. Монастырь его рос, расширялся, был местом паломничества многих людей, начиная от великих князей, потом царей, императоров, императриц. Все русские государи, начиная с Дмитрия Донского, обязательно бывали, паломничали в Троице-Сергиево, сначала монастырь, потом лавру. После коронации обычно в Успенском соборе Московского Кремля все императоры и императрицы шли до Елизаветы Петровны пешком, шли в Троице-Сергиевую лавру поклониться мощам преподобного Сергия. И обитель Сергиева была теснейшим образом связана с историей России. Это и смутное время, это осада ее поляками, Диулинский мир, это и Петр I, который от своей сестры царевны Софьи бежал в Троице-Сергиеву лавру, да, и фактически там начал управлять страной, да. Вот. Это и более поздние события. Лавра действительно сердце России, историческое сердце Московской Руси и Великой России. Так было, так есть. И слава Богу, что лампада над мощами преподобного Сергия, хоть и была погашена в 18 году, вот, но вскоре опять зажглась. Вот интересно, мы... Все те, кто учил историю советского государства, ну, знают, есть такая вещь, они всегда говорили нам в школе о том, что первым декретом советской власти был какой декрет? О мире. Да, Брестский мир, декрет о мире, это всегда говорили о том, что это вот как бы, ну, такое вот свидетельство того, какая пришла, наконец, хорошая власть, да? Второй декрет был декрет о закрытии Троице-Сергиевой лавры в начале 18 года. Большевики понимали, что это сердце России, той России, которая была им ненавистна, той Россию, которую они пришли уничтожить. И они попытались это сделать. Но в 46 году она была вновь открыта. И вот с тех пор продолжает оставаться вот таким вот местом
святым для каждого русского человека, для каждого христианина. Да, но вот Сергий Радонежский не оставил после себя ни книг, ни поучений, но в то же время его почитают уже 7 веков. Чему надо учиться современному человеку от преподобного? Ну, преподобный Сергий оставил одно поучение, начинающееся словами «Внимайте себе, братья». Поучение к своим монахам, которое было записано накануне его кончины. Это как бы его завещание, братья. Оно не представляет из себя чего-то особенного. Это обычное монашеское поучение, которое можно, ну, прочитать и в других каких-то, в аскетической литературе, монашеской литературе. Вот это и есть особенность христианства и особенность подвига аскетического в том, что христианство не доказуется, а показуется. Такое есть выражение, да? Вот преподобный Сергий своей жизнью показал возможность исполнения Евангелия на деле. Это не просто такая старинная книга, в которой написаны всякие хорошие вещи, за все хорошее и против всего плохого. Вот. А это то, что можно исполнить на деле. Он исполнил это на глазах у всей тогдашней России. И это совершенно ошеломляющее впечатление произвело на его современников. И вот это впечатление происходит сейчас. Ну и потом, понимаете, в чем дело? Мы люди верующие, мы верим в то, что и после смерти святые молятся о нас. Мы его недаром называли игуменом русской земли, но, во-первых, еще формально, потому что огромное количество его учеников стали основателями множества монастырей. Как бы действительно из одного вот такого гнезда вышло множество будущих подвижников. Это совершенно замечательные имена и в русской церковной, и в гражданской истории. Вот. И он действительно и формально был, можно сказать, игуменом русской земли. Но мы верим, что он и после смерти молится. Так же, как он молился, переживал, страдал, жил жизнью своих современников, так же и сегодня он живет. Вот. И когда верующий человек приходит в Троицкий собор Троицы Сергия Лавры и молится преподобному о его гробнице, о раке с его мощами, то мы ощущаем эту связь так же, как ощущали ее те люди, которые приходили к нему, когда он был живым еще в Лавре. Вот. И насколько молитв отвечено им, да? Сколько чудес по этим молитвам в жизни самых разных людей произошло за эти 600, почти 700 лет. 2 августа в Ульяновск будет принесен ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского. Вот об этом событии расскажите. Да, в этом году исполняется 600 лет обретению мощей преподобного Сергия. Они были обретены, кстати, при строительстве каменного Троицкого собора, в котором сейчас положены. Вот. И был разобран старый деревянный храм, который еще сам преподобный строил со своим братом. Вот. И были обретены нетленными мощи преподобного, которые помещены были в новопостроенном соборе. Вскоре состоялась канонизация преподобного. И вот в связи с этой годовщиной в этом году у нас через ковчег с мощами преподобного Сергия посетит все епархии Русской Православной Церкви. 2 августа мощи будут у нас в Ульяновске. И будут перенесены в Спасо-Вознесенский кафедральный собор, ну, куда, наверное, постараются прийти большая часть наших прихожан. Это большое утешение и радость для нас иметь возможность поклониться мощам великого угодника Божьего, ангела и игумена земли русской. Они будут находиться сколько в соборе? До 3 числа. Совсем немного, потому что мне необходимо быть в других местах тоже. Да. Спасибо, Владыка. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. До свидания.